Вопрос выбора будущей супруги для русских правителей был такой же политической проблемой, как и для любого западноевропейского государя. Породниться с бывшим врагом, избавиться на время от опасности. Жениться на дочери союзника, укрепить дружбу. Дочери половецких, шведских, польских, литовских, монгольских правителей в разные периоды времени становились женами русских князей и царей. С одним неизменным условием – принятие православной веры. В ряде случаев брак по расчету превращался в крепкий союз, а главное предназначение свое – произвести на свет наследника царского или княжьего престола – жены исполняли исправно. Но каких-то особых подробностей об их жизни до нашего времени не дошло, а те летописные записи, по которым восстанавливается их внешний облик и деяния, вполне могут носить полулегендарный характер. Первой супругой московского правителя монгольского происхождения, о которой сохранились достоверные свидетельства, стала Кончака из рода Чингисхана, внучка хана Мингу-Тимура, родная сестра хана Узбека, племянница хана Тахты. Ее высокий статус и знатное происхождение не нуждались в особых комментариях, поэтому московский князь Юрий в 1317 году с благодарностью принял предложение монгольского хана о браке с его сестрой. Тем более вместе с супругой он получал высокий монгольский титул Гургана, то есть зятя Чингизидов. Кончака принимает православие и новое имя – Агафья. Для Юрия Даниловича это был момент истины в его борьбе с тверскими князьями за главенство в русских землях. Теперь он мог рассчитывать на поддержку самого хана Узбека. На помощь Юрию монгольский правитель направил ордынское войско под командованием военачальника Кавгадыя. Тверской князь Михаил временно уступает великое княжение Москве, но только за тем, чтобы собрать силы и дать решающее сражение на границах своей земли. Патриаршая летопись гласит: «И была битва великая, и сеча злая, и помог Бог князю Михаилу Ярославичу Тверскому, и побежал князь великий Юрий Данилович Московский, а Кавгадый повелел дружные свои стяги по бреши и неволею сам побежал в станы». Разгром был полным. Тверское войско захватило в плен жену и брата московского князя. Кавгадый на следующий день сдался Михаилу. По стечению обстоятельств победа тверского князя оборачивается его поражением и гибелью, что напрямую было связано с судьбой ханской сестры. В 1318 году Агафья умирает при неизвестных обстоятельствах в Тверском плену, и это событие предрешило судьбу Михаила. Разгневанный узбек вызывает его в Орду, где заключает в колодки и подвергает пыткам. Один из пунктов обвинения – умерщвление сестры хана, что Михаил Ярославич решительно отверг. После месяца страшных мучений тверского князя убивают люди Кавгадыя. Так трагическая история княгини Агафьи стала первым камнем в фундаменте будущей победы московских князей над тверскими правителями. Спустя почти 250 лет после того, как Агафья Кончака стала великой княгиней, супругой русского монарха становится княжна Кученей из Черкас-Пятигорских Девица. После смерти своей первой и самой любимой жены Иван IV Грозный озаботился поиском новой супруги. Выбор направления поиска был неожиданным для многих ближних бояр – дочь кабардинского князя Темрюка. Но и тут на первом месте был политический резон. Заключение брачных отношений с кабардинкой должно было помочь стабилизировать ситуацию на юге, поскольку Темрюк сдерживал напор крымского хана и еще с середины 50-х годов 16 века перешел под покровительство России. Для русского царя было важно обеспечить спокойствие тыла в условиях Ливонской войны. Сборы были недолгими. Уже в 1560 году царь послал сватов на Кавказ у черкасских князей дочерей смотрете. 15 июня 1561 года княжна приехала в Москву вместе с братом Салтанкулом. В
Вскоре царь княжне Черкасской велел быть на своем дворе, смотрел ее и полюбил. В браке Темрюковна принимает православное имя Мария. Какой была царица Мария? Большинство современников утверждают, что красота ее лица сочеталась с надменностью характера. Якобы многие нововведения царя, включая опричнину, осуществлялись с подачи кабардинской княжны. Наиболее жесткую оценку нравственным качествам царицы дал Карамзин. Современники пишут, что сия княжна черкесская, дикая нравом, жестокая душою, еще более утверждала Иоанна в злых склонностях, не сумев сохранить и любви его, скоро простывшей. Именно этот образ закрепил в сознании современного зрителя режиссер Лунгин в фильме «Царь», где Темрюковна выступает как активная участница безумных забав Грозного. Насколько справедливы эти обвинения? Может, так воспринималась современниками разница культурных обычаев и менталитета Кабарды и Москвы? То, что казалось надменностью, на самом деле было всего лишь традиционным поведением, принятым среди знатных кавказских женщин. История показывает, что писать черными красками портрет супруги монарха, тем более иноземного происхождения, обычное дело. Особенно, если нужно объяснить трудно поддающиеся логике изменения в его политике. Мария Темрюковна скончалась 6 сентября 1569 года в Александровой Слободе, после возвращения из путешествия в Вологду. Ее единственный сын умер двухмесячным. Но род князей черкасских стал одной из наиболее влиятельных семей, немало потрудившихся на благо России. Потомки первых кабардинцев на русской службе становились московскими и сибирскими губернаторами. Между тем, память о Марии Темрюковне жива. В 1957 году, к юбилею добровольного вхождения Кабарды в состав России, в центре Нальчика открыли монумент. На гранитном пьедестале с надписью «Навеки с Россией» стоит женская фигура в национальных одеждах. В руке Мария Темрюковна сжимает свиток «Договор о вечном союзе с Россией».